Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы поговорим про событие, которое многие из вас очень долго ждали. Впрочем, как и я. Это выход Piggy 2. И сейчас уже, зайдя в игру, нажав кнопочку Play, вы видите, что есть Book 1. То бишь, книга номер 1, которая теперь себя включает все 12 эпизодов, которые были, за исключением сна Джорджа. Ну а, собственно, также вы можете заметить, что есть скины. Они все еще в книге 1. Видите сверху надпись «Скины из книги 1». Ну а также, ребята, есть еще закладочка «Скины книга 2». Ну и еще есть также ловушки. Так, скины книга 1 ничего не добавилось, ничего не поменялось. Они у меня абсолютно все куплены. И скины книга 2 абсолютно пустые. Очень жалею, что я тогда не нафармил много денег, когда еще работал баг. Ну что ж, ребята, а сейчас я немножко поиграю, ну а также расскажу вам про все секреты выхода Piggy 2. На канал мой подпишись, лайк поставь, не скупись. Мы с вами, ребята, поговорим о всех новостях, которые крутились вокруг Piggy 2, вокруг Piggy. Наверное, это еще начиная с августа я вам расскажу про все, что выходило у Минитуна в его твиттере, потому что я этого не показывал, так как я был в отпуске и так далее. Все это я пропустил. И мы плавненько перейдем к тому, когда же будет Piggy 2. Хочу вам сказать сразу, что Piggy 2 выйдет 12 сентября, но в 2 часа ночи. А это значит, что фактически это будет 13 сентября в 2 часа утра, можно так сказать. Поэтому, ребята, там есть фишечка в том, что время Тихоокеанское, а это где-то плюс 10 часов с московским и киевским временем. Так что, ребята, по Москве это будет где-то в 2 часа ночи по киевскому времени. Ну а сейчас, ребята, давайте я вам расскажу, какую информацию для вас я раздобыл. Ну а вы можете пока подписаться на мою страничку RedCat YouTube в Инстаграме. Окей, давайте начнем с информации, которая была в августе. Минитун нам рассказывал забавные факты о Piggy. И первый факт был в том, что глава 3 на самом деле была создана до главы номер 2. Дело в том, что его помощник строит карты очень быстро, ну или помощница, и, соответственно, глава была построена раньше, чем, видимо, он строил свою. Факт, интересный факт или забавный факт номер 2. Большая часть сюжета Piggy взята из старого проекта Минитуна, действие которого происходило под водой, представляете? Но он его так и не успел закончить, поэтому подумал, что будет неплохо, если он включит это в Piggy. Ну что ж, получилось довольно-таки неплохо, судя по всему. Следующий забавный факт номер 3. Изначально Piggy должна быть просто двухмерным изображением свинки Пеппы, преследующей вас по всему дому. Но он решил изменить ее и сделать ее более жуткой и уникальной. И отсюда и появилась Piggy в том виде, в котором мы ее застали. Забавный факт номер 4. Собственно, Минитун писал, что он еще работает на множество разных вещей для Piggy. Я так понимаю, что это, наверное, мерч. Скорее всего, это больше его касается. И он обещал, что покажет это в ближайшее время. Так, ну что ж, идем дальше. Что еще интересного рассказывал? Кстати, в одном из твитов Минитун намекал, что будет скин волка. Я помню, что один из парней, Big Bass Taz, по-моему, если я правильно читаю ник, как раз это расшифровал. Так, далее он присылал непонятные картинки. Вот, к примеру, вот такой вот красный глаз или красный круг. И, соответственно, он спрашивал, что же это может быть. Не хочу портить момент, но куда мы пойдем после всего этого? Говорил о сообщении. И, кстати, он еще показывал лед, капельку и такую как бы сирену. Также вы, я думаю, помните, что был ролик, в котором у нас пони ходил по зимней локации. Соответственно, могу предположить, что в следующих локациях нас ждет зимняя локация, также что-то связанное с водой и что-то связанное с тревогой. Может, это будет лаборатория, может, это будет какой-то завод, где будет какая-то, не знаю, аварийная ситуация, что-то типа того.
Скоро мы это все, конечно же, увидим, узнаем, так что я с нетерпением, конечно же, буду ждать, что же там будет происходить. И факт номер 5, и здесь, я думаю, мы закончим о забавных фактах. Он говорил, что точно не будет названия Пиги 2. И также он предлагал такое название, как Помбки. Помбги, как-то вот так вот. Даже голосовал, и, по-моему, там где-то около 70% набрало голосов, что они не против. Короче, какой-то бред. Но было, если честно. Но, слава богу, он назвал Пиги 2, точнее, Пиги, книга 2. Теперь мы уже точно знаем это название. Давайте перейдем дальше. Что еще писал Минитум все это время? Он также очень негодовал из-за того, что кто-то использует его образ, образ его героя в своих играх, на превьюшках и так далее, без его согласия. И показывал пример вот такой вот игры, как Speedrun, где вы видите, что прям была взята за идею картинка с его игры, точнее его персонаж. И, собственно, я помню эту игру, действительно, она была довольно-таки популярна, по крайней мере, онлайн был довольно-таки высокий. Также Минитун рассказывал секрет того маленького мальчика, который смеялся в конце трейлера к второму эпизоду Пиги, точнее, к книге номер 2 о Пиги. Вы можете посмотреть, кстати, этот ролик и у меня на канале, я его вам показывал, рассказывал свои догадки, свои домыслы, что и как там будет. Все это есть на канале, так что можете зайти и посмотреть. Так вот, этого маленького Пиги зовут Виллоу. Очень многие пытались угадать, что же это за персонаж, и пробовали сравнить с теми персонажами, которые уже есть в игре. Казалось, что нет, это абсолютно новый персонаж, который будет появиться только в книге номер 2. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Еще один интересный факт, и действительно это интересно, оказывается, что глаза зараженных, они что-то символизируют. Имеется в виду цвет глаз, потому что у некоторых он синий, у некоторых он желтый и так далее. К примеру, если это желтый глаз, он говорит, что это персонажи, которые служат и помогают обществу. Так что те персонажи, у которых одинаковые глаза, они чем-то между собой схожи, и они по какому-то принципу между собой похожи. Также Минитун рассказывал, что будет настройка цветов для дальтоников, потому что есть такая проблема, есть такая болезнь, что ребята не могут различать цвета, и специально для них есть альтернатива, они могут выбрать те цвета, которые они различают, чтобы они могли понять, какой замок, какой ключ нужен и так далее. Еще один забавный факт. Раньше, когда только вышла игра, не было подсказок для предметов, где что нужно использовать. Но многие игроки очень путались и не знали, что делать, поэтому все-таки добавили эти подсказки в игре. Минитун также говорит о том, что режим строительства будет доступен и дальше, и он будет обновляться. Так что все любители строить что-то в этой игре, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Вы по-прежнему сможете создавать свои уникальные карты. Также, ребята, 87% проголосовали за то, чтобы скины из книги 1 должны быть также доступны в книге 2. Поэтому, как вы видели, сейчас есть две отдельные вкладки для каждых скинов. Также, ребята, у тех, у кого есть VIP-сервер, пока не будут работать команды. То есть вы не сможете в новой книге выбрать вам нужный, скажем так, эпизод, если их будет много, и выбрать там, чтобы вы были ботом, либо же кто-то другой и так далее. Это он обещает пофиксить уже там спустя одно-два обновления. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Ну и также, ребята, обратите внимание, что Минитун сделает настройки по снижению графики, чтобы у людей не вылетала игра при запуске. Я так подозреваю, что он понимает, что будет очень большой онлайн, когда выйдет этот эпизод, и для того, чтобы все смогли поиграть, и чтобы просто не вылетала игра, то у всех автоматически настройки будут по снижению графики. Ну и напоследок, ребята, есть три картинки уже с новой главы. Что же будет нас ждать? Вот такая вот картинка, эти ковер, ковролин красного цвета. Подозреваю, что это может быть какой-то отель. Почему-то мне хочется, чтобы это был именно он. Чем-то похож, наверное, отель из создателя кемпинга, из этой истории. Смотрите, тут какая-то столовая или лаборатория, или что это такое, непонятное, короче, что-то есть. Так что будем смотреть, ребята, совсем уже скоро начнется у нас Пиги 2, начнется новая история, и, конечно же, я буду показывать и рассказывать вам, что будет происходить в Пиги дальше.
Ну что, ребята, надеюсь, совсем скоро мы увидимся. Я с нетерпением жду новый эпизод. Поиграю, покажу вам, что там, как там, поищем баги. Так что не пропустите. Скоро увидимся. До новых встреч на канале RedCat и канале RedCat Roblox. Всем пока!